Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Значит, как-то умудрился я все-таки, друзья, НФС свой удалить. Давайте снова поставим, покажу еще раз, как все это крякается. Вот скачанный у меня НФС, Rivas Digital Deluxe. Значит, заходим в папку, куда он у меня скачался. Так, скачался у меня вот сюда. То есть торрент файл я его качал зоной zona.ru. Значит, будем делать так. Я его, вот он у меня скачался, я его копирую прям папочку, которая скачалась. И запить. Вот у меня папка есть. Ставить сюда. По-быстрому я его сейчас перекину. Нажимал, друзья, на паузу, чтобы время на эфир не тратить, потому что конвертить видео очень долго. Сейчас, возможно, проблема там со звуком будет. Будет громкая игра кричать. Сейчас попробую поставить. Просто стал удалять из зоны RU, она у меня стояла там, прям в загруженной папке. Я ее с зоны удалил, и она у меня улетела. Вот по новой ее скачал, по своему же файлику, который выложил под видео на канале. Торрент и запихнул. Можно в торрент, вот у меня зона RU качает торрентовские файлы. То есть. Вот все, она перекинулась. И сейчас я с зоны RU ее, видите, удаляю полностью. Вот так вот удалить с компьютера. Все, она у меня удалилась с той папки, откуда я ее закачивал. То есть вот она у меня здесь была. И перекинул в другую папочку уже. Игра скачивается прям папкой. Присутствует кряк. Вот этот кряк, ребята. Вот это вот все дело. Вы копируете просто. Копировать. И вставляете в корневую папку с игрой сюда. Вставить. Замены. И все, ребята, по идее, вот игра сейчас должна запуститься. Запускаем, пробуем. Все, игра поехала, видите. Никакого подключения к интернету не требует. Игра спокойно запускается. Ну все, опять по новой. Придется посмотреть сейчас ролик, пока она не прогрузится. Игра на русском языке, графика обалденная, игрушка обалденная. Я такую, наверное, куплю лицензию, просто сейчас пока позаписываю. Так, ага. Здесь мы нажимаем Escape назад, видите, он потребовал зайти в Original. Но нам туда не надо, это через интернет лицензия запускается, да? Нажимаем просто Escape, и игра дальше без подключения к интернету запускается. Сейчас мы тут быстро все настроим и проедемся. Тут, наверное, заставка долго будет только идти. А, нет, у меня сохраняшка, ребята, осталась. Отлично вообще. Игру я удалил, а сохраняшка, видно, в системнике осталась. Ну и давайте покинем гараж. Сейчас настройки нам как будто глянуть. Технологии, выбор машины. Я забыл, как такая. Гап. Ага. YouTube. А, вот. Ну все, видите, настройки залез. Сейчас посмотрим. Да, все по ультре. Тут стоит полный экран. Тени. Ультра. Все, ребята, сохранение остались. Покинули гараж. Ну, можно в файлах попробовать поискать, поменять название игрока.
тебя там где-нибудь, я думаю, так. Начать здесь. Давайте начнем здесь. То есть игруху снес, а сохраняшка в диске C осталась. Так что, я думаю, придется перенастраивать все. Все. Графика, смотрите, просто красавица, да? Все капельки такие мокренькие, на фарше видно. Ну, поехали. Да, все настройки здесь. О, гонщик какой-то летит. Сюда поехал, сейчас мы с ним газанем. Какой быстрый парень, блин. Непривычно мне так. Вот черт, вау. Вау, встречка, мама, не горюй. О, еще один хлопец какой-то чешет. Сигналишь, мама, я. Да ёлы-палы, чё ты такой быстрый-то, ё-моё. Чё, я проиграл, что ли? Наверное. Вау, всё, раслистал тачку. Жесть. Надо где-то починиться. Полирок так при скорости, смотрите, поднимается, вообще обалденно. Вау. О, опять какой-то гонщик едет, тот же, наверное, нет? Побери, вот это я проехал. Где-то полиция тут уже едет. Да как так-то, е-мое. Сейчас меня этот сделает, чувачок, походу. О, все, его там стали ему бананы втыкать. Вот черт, е-мое, встречка.
копы, что ли, порут за мной. О, нормально сделал его. Опа. Надо срочно починиться. Сейчас мы копы или кто там починился, там кто-то заехал. Всем машинам прекратите код 3. Дежурный отзывает все машины. Опаньки. Прием. Чувак, я думал, на трамплин пошел. Да и японский, блин, чувак, прям смотрите за чуваком, я как нырнул. О, меня расплескали тут. Не видим мы никого, дайте уехать от этих ментов. О, мерз. Что такой дерзкий-то, е-мое. О, починиться надо. Фига он на Порше там вдул-то, посмотрите. Бляха-муха, вот это повороты, японский мама. Да, все, просрал гонку, да идрит Мадрид. Один поворот. И все, еще и ментовки сзади. О, давай, давай. Сейчас я тебя подоспорю. Вау. Ой, ММ, мне не надо. Надо тебе. Молодец. Так, надо мне с той стороны. Лоузеры. Нам надо свалить. Ой, как у вас много тут дерзкие такие менты, блин, ребята, вообще жесть. О, лохи. Ой, блин, запалили меня. Давай быстрее сюда, по стрижке. Конечно, никогда не поймаете. Хотя можете поймать. О, сейчас еще с чуваком на гонку пойдет, смотрите. Чуваки там расклистались, вообще жесть. Ха-ха. Давай, ходу, ходу, паря. Диспетчер, нам нужно еще подкрепление, прием. Никто вам не нужен, видите, курите бамбук. Менты тут, ребята, дерзкие, вообще жесть. Просто, блин, надо было машину починить. Вау, да как так-то, ё? Блин, я опять ремонтку потерял. Смотрите, он попёр вообще. За всю гонку. Блин, перед самым финишем-то ты чё вообще творишь-то, беспредельчик? Твою маму, а? О, ещё где-то есть кренди-бобель, давай-ка, давай.
Девки нарисовались. А, колесо просадил, ё-моё. Объект сорвался в наши пыль. Это да, парни, колесо расхлестало у меня. Гляньте, еду с разбитым пустым колесом. Давайте уходим. Надо уйти мне срочно. Срочно уйти. Как тут уехать-то? Как заехать в этот гараж-то, ядрен батон? Никак, надо, пока менты на хвосте, никак не присоединиться. Давайте тут починимся. Блин, эти, смотрите, не отлипаются гады. Сидят на хвосте. Точно сидят. Ой, я еще и в гонку включился, парни. Ох, сейчас мы тут. Да пошел ты в сраку, блин, тут еще полицейские долбят. Надо от вас как-то отклеиться, парни. Этот гонщик врезается во все, что видит. Во все, что видит. Я вообще кто-то заехал, сам не знаю куда. Вот черт. Да все, опять, блин, да что ты будешь делать-то? Заехал к негру в задницу. Опять вот я не туда ломанул. Приберем батон. Нормально, чувака разобрали. Чем мне бы до финиша доехать, вообще было бы клево. Доехал, парни. Опять приклеился. Да отвиньте от меня-то, е-мое, вот ты какой-то приставки-то. Ой, надо мне срочно починить, сейчас меня точно расклестают, е-мое, надо уходить. Где починиться-то, и зелен батон. Все, сейчас меня тут разберут, парни. Все, пипец, столько бабла заработал. Короче, вот, ребята, скачивайте игру. Торрент файл будет под видео на канале и в группе. Увидите, скачивайте, как крякнуть, я показал там просто с папки кряк, таки запихиваете в корневую папку с игрой. Потребует заход в оригинал. Нажимаете Escape и все отличненько у вас там будет. Игра пойдет.
Приват же только что запустил, все отлично работает. Так что всем удачки, всем пока, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу, ставьте лайки, всем приятных покатушек.